Дорогие зрители, я вас всех приветствую в новом видео, и сегодня мы с вами посмотрим, какие новинки привезли в магазин Чижик по адресу улица Очаковская, 24, в городе Краснодаре. Всем приятного просмотра! В магазине, как всегда, порядок, чистенько, и я предлагаю сначала посмотреть, что тут по ценам на некоторую категорию продуктов, и уже будем с вами рассматривать новинки. Тут кофе, смотрите, какие цены. Мне, кстати, скоро надо будет покупать кофе. И в прошлый раз я брала от этой фирмы золотой крышкой. Вот обратила внимание, что появилась из черной. Цена 299 рублей за упаковку 190 грамм. Кофе неплохое, достаточно такое крепкое. Кто любит именно горький кофе, то, думаю, вам понравится. Нескафе 190 грамм стоит 429 рублей и Монарх 439 рублей. Наверху уже ассортимент представлен молотого кофе. Выбор и цены на молочные продукты. Вот так тоже давайте обзором вам покажу ассортимент. Детские творожки по 34,29 рублей. Далее сладости творожные, сырки по 22 рубля в ассортименте. Картонные коробки стоят 49 рублей. Сладкие пирожные по 37 и 39 рублей. Ну, в принципе, все в наличии. Йогурты, сметана, творог. В общем, давайте покажу вам обзором ассортимент, чтобы вы имели представление. Но пока что вот повышение цен я вроде не заметила такого прям масштабного, глобального. Сметана 20%, 300 грамм 74 рубля. И 15% сметана 64 рубля. Хотя обратила внимание, что подорожало сливочное масло 124 и 154 рубля. Куриные яйца, десяток категории С1, сейчас продаются по 84 рубля. Смотрим ассортимент в отделе с овощами и фруктами. Тут продаются яблоки по 149 рублей, мандарины 169 рублей и апельсины 99 рублей. А вот в овощном отделе как-то в этот раз очень бедно. Смотрите, все прям размели, что полки пустые. Крупы все в наличии, рис, гречка. Рис я тут постоянно беру, мне нравится, он чистенький и при варке он рассыпчатый. Покупала уже и круглозерный, и для плова. В принципе, что тот мне нравится. Стоит 99 рублей за упаковку 900 грамм. Гречка 49 рублей, пшено 49 рублей, манная крупа 44 рубля. В общем, все есть в наличии. Ну а теперь, дорогие зрители, предлагаю вместе со мной уже рассмотреть и оценить новинки на этой неделе, хотя в свой телеграм-канал Идзен я уже опубликовала анонс новинок в виде электронного журнала на прошлой неделе. И можно так сказать, я уже в курсе, что появится на полочках, но сейчас хочу посмотреть и вам показать, так сказать, уже что они представляют из себя наяву. Ну а кому актуальна оперативная информация из магазинов, то я всегда приглашаю вас подписаться на Дзен и телеграм-канал, ссылки вы найдете внизу под видео. Из ассортимента непродовольственных товаров появился набор махровых белых кухонных полотенец с цветной петелькой. 100% хлопок в наборе 7 штук размером 30 на 30 сантиметров. Цена 299 рублей. Кастрюля из нержавеющей стали, 9 литров, удобные ручки, которые приварены, крышка из жаропрочного стекла с отверстием для выхода пара, и подходит такая кастрюля для всех видов плит, включая индукцию. Можно мыть и в посудомойке. Стоит 1599 рублей. Набор гибких разделочных досок, доски разноцветные, размером 25 на 35 сантиметров. Три штуки в наборе, здесь и доска для овощей, рыбы и мяса. Цена 99 рублей. Набор из трех ножей, тут кухонный, для овощей и универсальный разных размеров. Цена 349 рублей, и знаете, на первый взгляд ножи очень острые и отличного качества. Может быть, кто-то из вас уже покупал подобные, то поделитесь, пожалуйста, своим отзывом в комментариях, будет интересно почитать. И обратите внимание, ручки цветные, у каждого свой цвет. Набор мисок с крышками разных объемов, они еще так удобно штабулируются один в один для удобного хранения. И объем таких мисок 3,2 литра, 2,1 и самая маленькая миска 1,2.
полипропилен и подходит для мытья в посудомойке и разогревания в микроволновой печи. Стоит набор 249 рублей, расцветки в ассортименте. Из товаров для дома вновь привезли анатомическую подушку с эффектом памяти размером 40 на 60 сантиметров. Могу оставить положительный отзыв на нее. Моя мама себе такую купила, и у нее только одни положительные эмоции. Ей очень нравится, стоит подушка 999 рублей. Еще одна новинка на этой неделе – это штора на шторной ленте. Размер 140 на 260 сантиметров, состав 100% хлопок, производство Россия, 999 рублей. Такой комплект корзинок, по-моему, уже как-то привозили в Чижик, но вот вновь они появились по 299 рублей. Три универсальные корзинки для организации хранения размером 24 на 17 сантиметров, а высота корзины 9 сантиметров. Есть две удобные ручки по бокам и цвет только белый в наличии. Цена 299 рублей за три штуки. Большой органайзер для хранения на 10 литров с крышкой в комплекте, и внутри есть еще вставки в виде лотков, стоит 500 рублей. Распродажа сейчас на набор кружек и салатников из керамики на подставке. Салатники стоят 499 рублей и кружки по 399 рублей. В наборе по 4 предмета. В этот раз еще появились кашпо подвесной объемом 2 литра за 99 рублей. И вот такое вот кашпо пластиковое в ассортименте. Две расцветки, белая и серая. Объем кашпо 1,7 литров. Стоит тоже 99 рублей. Рифленый рисунок волнами. И есть еще побольше из этой коллекции кашпо на 19,5 литров. Стоит 599 рублей белого цвета. Из хозяйственных товаров можно купить аккумулятор холода за 49 рублей. Армированную клейкую ленту размером 25 на 48 мм, цена 149 рублей. Продается еще удлинитель 20 метров, 899 рублей. Сетка для защиты растений и птиц 4 на 5 метров за 149 рублей. И большой походный рюкзак. Объем у него 18 литров, удобные крепкие карманы, ручки. Есть еще светоотражающие вставки и крепления для крупных предметов. Вот если что, вам показываю еще характеристики, останавливайте видео. Стоит такой рюкзак 999 рублей. Ну вот по расцветкам смотрю только синие. Из новинок бытовой мелкой техники есть электрическая бритва за 999 рублей и аппарат для маникюра и педикюра. В комплект идут и насадки. Цена 799 рублей. Из ассортимента одежды для детей можно купить шорты для мальчика, ростовка, вернее размеры на рост от 98 до 122 сантиметра, состав 100% хлопок, поближе вам показываю качество. Есть удобные карманы по бокам, расцветка темно-синяя и зеленая, 399 рублей. Продается женский спортивный костюм из хлопка, футболы, шорты, большие размеры от 46 до 56. Футболка оверсайз, 899 рублей. Женский халат, состав полиэстер 100%, размеры от 44 до 55. Расцветки есть однотонный розовый и голубой с декором цветов. Стоит халат 699 рублей. Из обуви есть женские домашние тапочки текстильные за 399 рублей. Три расцветки на выбор. Размеры в ассортименте от 36 до 41. Из детской одежды еще привезли леггинсы для девочек с рисунком котиков за 249 рублей. За 699 рублей можно купить и женскую пижаму в наборе футболка и брюки фасона палаца. Размерная сетка 44 до 56 размера. Состав 100% хлопок, цена 699 рублей. Вот поближе вам показала качество. Женская туника красивого терракотового цвета с принтом. Рисунок, скорее всего, похож на лица. 499 рублей, состав 95% хлопок. Набор женских носков, три пары, 169 рублей.
из новинок категории «Еда» на этой неделе можно купить печенье «Купелька» с лимонной начинкой, 400 грамм, стоит 159 рублей. Сдобное печенье с вареной сгущенкой, 700 грамм упаковка, стоит 224 рубля. За 189 рублей продается упаковка бисквитного печенья 450 грамм. Заправка для салата, итальянский букет и вяленые томаты 250 грамм, 99 рублей. И соус крем бальзамический 220 грамм, стоит 79 рублей. Чай с ароматом клубники и лесных ягод 89 рублей. И напитки на этой неделе это нектар, апельсин, лайм и вишня за 99 рублей 1 литр. И водичка «Святой источник» со вкусом апельсина 1,5 литра за 89 рублей. Из детских игрушек на этой неделе новинки – это мягкая игрушка в виде медведя, коалы или панды на выбор за 399 рублей. За 149 рублей продается игрушка-машинка на выбор, три варианта – есть зеленая, синяя и оранжевая. В такой вот упаковке игрушка с виду металлическая. Игровой разбрызгиватель в виде насадки на шланг, цена 169 рублей, под названием «Веселое лето». Здесь вот нарисованы персонажи из морских фигурок. Из книжек есть еще энциклопедия для любителей собак или кошек на выбор. Стоит такая энциклопедия 299 рублей. Яркая иллюстрация, текст очень мелкий. Так что, кому актуально, то имейте в виду. Большая иллюстрированная энциклопедия по породам. За 149 рублей можно купить и игровые карточки. На выбор есть несколько вариантов. 60 интересных игр и заданий. Здесь и сканворды, и головоломки. И по 99 рублей продаются многоразовые наклейки. На этом у меня все, дорогие зрители. Надеюсь, сэкономила ваше время и теперь вы в курсе всех новинок. Надеюсь, мое видео было еще для вас интересно и полезно. И если оно вам понравилось, мне будет приятно, если вы поддержите его лайком. Обратная связь всегда приветствуется в комментариях. Ну а я вам желаю удачных и, самое главное, выгодных покупок. На сегодня все. Пока!